Сочинская ТЭС обеспечивает светом и теплом центральный район города. Сейчас теплоэлектростанция отпускает тепло 14-й котельной. В планах подключить и другие котельные города. Сегодня ТЭС активно занимается модернизацией оборудования и продолжает программу по импортозамещению. Она уже коснулась системы химической очистки воды для подпитки котлов-утилизаторов. Первое, что у нас намечено, 2020 год. Реконструкция САУ ГТО с заменой иностранного оборудования на наше отечественное, так называемое сейчас импортозамещение. И второе, мы наметили проектирование теплосети в сторону 16-й котельной. Тоже это связано вот с обеспечением центрального района города Сочи теплонадежным теплоснабжением. С начала осени к теплоснабжению подключен микрорайон Раздольная. И в связи с его активной застройкой и развитием ТЭС планирует наращивать объем отпускаемого туда тепла. В целом, по итогам 10 месяцев текущего года Сочинская ТЭС увеличила отпуск тепловой энергии на 13,9%. Добавлю, что в этом году теплоэлектростанция отметила 15-летний юбилей. Это первый независимый источник теплоснабжения Сочи. Сегодня ТЭС входит в число наиболее современных и экологичных объектов в российской энергетике.